Get Movies. Канал для всей семьи. Десерт за счет заведения. Приятного аппетита, волшебницы. Волшебницы и Владислав Владимирович. Благодарю, котик. Надеюсь, вы не расскажете Василисе Васильевне о моей роли в пропаже лунного камня. Вы обещали. Обещали? Значит, не расскажем. Поразительная любовь к мороженому. Мое восхищение. Спасибо. Уважаемый кот, мороженое – это прекрасно, но хотелось бы узнать, как вы похитили камень. Разумеется, я максимально открыт и готов к сотрудничеству. Дело было так. Будучи главным хранителем магической части города, я знал, как проникнуть в сокровищницу и обойти все ловушки. В чешуе как жар. Горел? 33 богатыря. Прошу заметить, я обеспечил лунному камню самый надежный контейнер для хранения, закрытый магической печатью. Все произошло в районе обеда. Конечно, свидетелей меньше ночью, и лишь глупец пойдет на дело днем, но хочешь сделать незаметно, сделай у всех на виду. Смотри, куда едешь! О, мой ларчик! Где он? Благодарю, любезный. Все в порядке. Печать не сломалась. Смотри, куда едешь! А сами-то не смотрят. Скажите, мог ли камень выпасть в этом столкновении? Ни в коем случае. Магическую печать, как и любую другую, можно сломать лишь один раз. И господин кот сломал ее прямо у нас на глазах. Ага, когда по нашей просьбе открыл ларчик. Очень вкусно. Спасибо большое. Значит, до того момента ларчик точно не открывался. Продолжайте, пожалуйста. О-ля-ля, какая прелесть! Ваше сиятельство, осторожнее, это очень хрупкая вещь. Где вы ее взяли? Купил, нашел, лотерею выиграл. Вспомнила. Это наша семейная реликвия. От дедушки досталась. Храни, говорит внучок, и смотри, не давай никому. Даже на время. Как жаль. Чудесная вещица.
Простите, граф, мне пора. Отличный улов! Это мне, это Тризору, это опять мне, это снова мне. Приходите в кафе, чтобы попробовать новый коктейль с томатным соком. Нет! Стой! Стой! Нет, вот это Тризор. Остальное мне. Фух, целая. Стрелочки мои, ну зачем нам эти подробности? Понятно же, что если печать не сломана, значит, Ларчик не открывали. А если не открывали, как тогда пропал камень? Это мы и пытаемся выяснить. Возможно, было магическое вмешательство. Эту версию мы тоже проверим. После того, как рассмотрим все встречи хранителя по дороге домой. Продолжайте, пожалуйста. Благодарю. Это еще что? А где ларец? А, простите, мадам. Угу, так. Плавно поверните ручку. О, смотри, Ларчик. Хм, может, потерял кто? А внутри чего? Что-то есть. Ага. А так это... А давай глянем. Давай глянем. А чё б не глянуть? Позвольте, это моё. Благодарю. А это... А поздороваться? Он не поздоровался. Я не поздоровался. В этом. О, да, мое любимое с орешками. Где мой ларец? Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый. О, вот, кстати, он. Все ради вашего уважения, Василиса Васильевна. Непонятно. Ого. Ха-ха. Интересно. Владик! А как ты это сделал? Вот, тут кнопочка незаметная. Значит, Ларчик можно было открыть, не повреждая охранную печать. Хм, хитрая вещица. И где вы ее взяли? Нигде не брал. Это наша семейная реликвия. От дедушки досталось, клянусь, хвостом и усами. Успокойтесь, уважаемый кот. Мы вам верим.
Правда, Аленочка? Правда, правда. Хотя версия с продавцом ларца была бы интересной. Получается, камень мог выпасть через дно при любой вашей встрече по дороге? Хм, получается. А еще вы сами могли случайно нажать кнопку и выронить артефакт. Мог. Значит, мы снова понятия не имеем, где искать лунный камень. Ой. Ну что за фокусы? Фокусы! Самый подозрительный из всех встреченных хранителем тот, кто отвлек его фокусами. Пингвин! Точнее, тот, кто был в костюме пингвина. Ну, Маша! Значит, ищем пингвина. Да, каникулы у нас интереснее с каждым днем. В этом-то и дело! Я же говорю, волшебный камень, артефакт этой... Маш, как ее там? Лиловой луны. Точно! Камень, конечно, не простой, а очень ценный. Да, Варечка, спасибо! И Василиса Васильевна отдала его нашему котику, чтобы хранил у себя до начала мероприятия. Так этот растяпа... Хранитель. Этот хранитель сразу его и проворонил. Прибежал к Василисе Васильевне, кричит: «Караул! Стащили прямо из-под носа!» То есть кот хранил камень, и он же сообщил о пропаже. Ага. Так что тут думать? Камень взял кот. Что? Что? Вот и мне не верится. Кот – похититель камня? Обвинение серьезное, нужны доказательства. Да что там доказывать? Подойдем и скажем прямо: нам все известно, отдавай. А он и ответит: ничего не знаю, я не брал. В теории любой воришка захочет проверить тайник, если узнает, что украденной вещи грозит опасность. Точно! Кот пойдет в тайник, а мы за ним. Надо придумать опасность для нашего камешка. Аленка, это только теория. Я вообще-то не верю, что кот виновен. И нам на работу пора. Давайте с этим до вечера. Девчонки, вы куда? Подруги называется. Ну, хоть ты-то со мной. Так, пряники волшебные. Бисквит сказка. Пончики сладкая магия. Все такое аппетитное. Да. Кондитер просто волшебник. Или на этой кухне спрятан какой-то волшебный артефакт. Кстати, я читала, будто волшебные артефакты теряют свои свойства, если долго лежат на одном месте. Что, прямо все артефакты? Даже лунный камень? Ага, представляешь? Господин кот, а вы что об этом думаете? Чушь! И ученицам волшебного колледжа следует это знать. По-моему, реакция естественная. Нет-нет, я видела! У котика глаз дернулся. Значит, он клюнул. Начинаем слежку. Ха! Версия Владика подтвердилась. Думаешь, волшебный камень в этом свертке? Конечно! Лопату видишь? Кот закопает камешек, а потом... Быстрее, Снежка, он уйдет! Фисташковое, ванильное, шоколадное! Шоколадное! Угу. Всегда найдется минутка для мороженого. Так, еще чуть-чуть. Ага, в самый раз. Ну вот! Закапывает камень под дерево. Да, Аленочка, кажется, ты была права. Давай посмотрим.
посмотрим. Так, пока ничего. Наверное, глубже. Сейчас. Не лень ему было. Глубоко закопал. Аленочка, он идет. Мое бутербродное деревце. Возмутительно. Кто это сделал? Хулиганы, вредители. Кажется, мы ошиблись. Котик не виноват. Нет, Снежечка, этот хитрюга понял, что мы следим. Вот и притворяется. Запутать хочет. Снежка, ты где? В сувенирной лавке толпа посетителей. Уже бегу, Варечка. Прости, Аленка. Эй! А как же наше расследование? О, Алиса, ты вовремя. Моя лягушечка возьмет приз за лучший костюм. И никто не догадается, кто ты есть на самом деле. Кто ты есть на самом деле? Он превратил камень в козленка. Вот хитрец. Ага. А в Южной галерее сегодня выставка оборотных зелий. Я столько пробничков набрала. Так, значит, козленок – это камень. Представляешь, огромный набор пробничков. Всего по чуть-чуть, зато все разные. Алиса, да убери ты свои пробнички. Нам козленка расколдовать надо. То есть камень. Ты совсем меня не слушаешь? Я же говорю, это пробнички оборотных зелий. Ок! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ничего страшного, есть другой. Не волнуйся, Аленка, у меня еще много. Кот идет, прячемся. Козленочек, что с тобой? Что случилось? Что теперь делать? Как дела, детективы? Мы заколдовали козленка. Мы думали, это камень. А теперь что делать, Маша? А чем заколдовывали? Пробничками оборотных зелий. Ясно. Делать ничего не надо. Пробники действуют недолго. Удачи. Часики мои. А котик, похоже, и правда расстроен. Не расстроен, а хитер. Так убедительно страдает. Значит, точно виноват. О, козленочек, не пугай меня так больше. Возьмите буклет «Сказочные маршруты Мышкина». Будут вопросы, обращайтесь. Вы из 301-го? Вам почта. Хорошего дня. Ну как вы не видите? Кот виновен! Я не вижу. Прости, Аленка. Девочки, тише! Вот он! Господин кот, вам телеграмма. Что за телеграмма? Из банка троллей. Дай сюда! Это важное. Ну, хитрец! Положил камень в банк троллей. Девочки, я освободилась. Что новенького? Мы отправляемся в страну троллей. А сколько чемоданов можно с собой взять? Ну как, разоблачили кота? Знаешь, Владик, я дольше всех тебе верила. Но наш котик – это просто какой-то образцовый идеал. Аж противно. И камни он не похищал. Да? Странно. Обычно я такое нутром чую. А тут, значит, ошибся. Уважаемый кот, вы в порядке? Я определенно не в порядке. Меня весь день преследуют неудачи и печали. Впрочем, какое вам дело? Заказывать что-то будете? Это не печали вас преследуют, а мы. Вы?
Но зачем? Просто мы думали, что это вы похитили волшебный камень. Что? Вы меня подозревали? Да как вы посмели? Я поражен в самое сердце и больше сегодня не работаю. А ведь это и правда кот. О, Аленочка, может, хватит? Да я сама так поступаю, когда меня на чистую воду пытаются вывести. Изображаю оскорбленную невинность и гордо удаляюсь. Ну давайте проверим. Ну в последний раз. Ну, Владик. Как патруль меня вычислил? Ведь абсолютно ничто на меня не указывало. Но раз уж так вышло, пора избавиться от камня и завершить мой план. Верну волшебный камень Василисе Васильевне, скажу, что именно я его нашел, и она увидит, как я полезен. И она увидит. Ага, чутье меня все-таки не подвело. Попался, котик! Лапы вверх! Я не желал ничего плохого, лишь заработать немного признания Василисы Васильевны. Мы можем все забыть и не говорить ей. Славы мне, конечно, не видать, но в вашей власти не окунать меня в пучину позора. Мы подумаем. Уважаемый кот, пожалуйста, откройте ларчик. Мне тоже интересно. О, этого не может быть! Я ни при чем! Клянусь хвостом и усами! Кто я такой? Нет, повыше. Кто я такой? Интересно, где же все-таки наш камешек? Где-то точно должен быть. Не удивлюсь, если он прямо у нас под носом. Вы слышите, девочки? Моя гитара! Эй, Морок, ты что вытворяешь? А? О, колючка. Привет, патруль. Не волнуйтесь, я в порядке. Ничего не сломал. Кажется. Не ремонт, нужна целая. Краше прежней. Шикан великолепный новый концертный тур. О, а ничего, гитарка. И хозяин знаменитость. Ладно, попробуем. Шикан, вы насчет концерта? Привет, но можно сказать и так. Я тут одну гитару случайно сломал. И мне такой концерт закатили. А, это ты, Влад? Да, понимаю. Сломать гитару — это как... сломать руку. Только больнее. Прекрасные слова. А, слушай, я тут как раз твой ролик смотрел и подумал, может, подаришь мне одну из своих гитар? Ну, у тебя же их много. Ну, много, и что? Они все мне нужны. Или у тебя найдется что-то ценное взамен? Ну, только фруктовые конфеты. Но зато с разными вкусами. Конфеты оставь себе. А мне принеси корень мандрагора для укрепления голоса. И одну гитару, так и быть, отдам. Отлично, подпиши ее и заверни. Я скоро буду. И где же взять этот ботанический корень? О, ботанический эксперт. Эй, Маша! А? Ой, и зачем столько читать? Ты и так умная. Тебе что-то нужно, Влад? Да, я тут на курсы научные записался, но
там такие эксперименты мудреные. Вот хотел попросить о помощи. Только не смейся, а. А над чем тут смеяться? Саморазвитие — это похвально. Я с удовольствием тебе помогу. Круто, спасибо. В общем, прям первый эксперимент. Возьмите корень мандрагоры. А где? Ну, это легко. Корень мандрагоры можно попросить у лешего. Он его на своем огороде выращивает. Знаешь, как найти? Ага. Что тебе, морок? Можно буклетик по Мышкину? Нету мандрагорова корня нынче. Не уродился. И что же мне делать? Так известно что. Следующего урожая ждать. Ну вот, останется Шикан без мандрагоры, а красная девица Варвара без гитары. Обидится. Не делай это, обижать красную девицу. Знаю способ один. Мандрагору с ростом поторопить. Принеси слез водяного короля, полью ими корешок, мигом вырастет. Слезы водяного? Ха, да без проблем. Никуда не уходите, скоро вернусь. Конфетку хотите? Выше, правее. Хорошо, закрепляйте. Маша, срочно нужна помощь. Уй! Опять. Что случилось, Влад? Снова по учебе? Ага, слезы водяного. Представляешь, я даже знаю, где найти водяного, но... Как дышать под водой? Вот задачка. И совсем не трудная. Нужно надеть на шею кулон с волшебной ракушкой. Мой дома, но Снежка свой вроде с собой носит. Можешь попросить у нее. Отлично! Спасибо, Маша! Лишь бы в русалку не превратиться. О! Ха. Ну, ласт это не хвост. Годится. Погружаемся в подмышки. Ваше водяное величество, для хорошего дела, нет, даже не так, для хорошего человека хотя бы пол флакончика наплакать надо. Ха-ха, надо ему. Слезы водяного не дождик, просто так и стучки не капают. Сумеешь тронуть мое сердечко? В смысле? В смысле? Чем из меня слезы выжимать будешь? Может, сказку жалостливую расскажешь? Или песенку споешь? Танец? Подарочек милый? Подарочек? А, вот конфеты есть. Смешно шутишь, малыш. Хорошо, вот тебе подсказка. Верный способ растрогать водяного до слез – принести ему каменный зефир. Каменный зефир – это такой минерал. За ним тебе нужно в гномьи шахты. Опа! Опа! Да! Вот он, каменный зефир! А ну стой, воришка! Верни камень! Да вам жалко, что ли? Вы вон по этим камням ногами ходите, а я всего-то один взял! Нет, возвращай! Доша! Верни, кому сказали! Вот жадина, а! Ты гляди-ка! Фруктовые конфетки! Хрустальная жила! Это же ассорти! О, хоть кому-то пригодились. О, новые вкусы вышли. Ананасовый. А внутри еще вкладыши коллекционные. Устроит вас такой обмен? Да-да! Иди уже! Обожаю мороженое. Любое. Что, даже с чесноком? Скажешь тоже, Аленочка. Не бывает мороженого с чесноком. А вот бывает. Как раз недавно слышала о таком по радио. Так, девочки, что мы предпримем в наших поисках волшебного лунного камня? Может, попробуем создать поисковый артефакт? Хотя высока вероятность неудачи. Это очень сложная магия. Ничего сложного! Наверняка в интернете про это есть ролик «Сделай сам». Я постоянно такие смотрю, особенно во время учебы. А вы знали, что Влад тоже взялся за учебу?
проводит научные эксперименты, где нужны корень мандрагоры, слезы водяного, каменный зефир. Я немножко помогла ему советами. Научные эксперименты? Ты о нашем Мороке? О, девочки! Никакая у него не учеба! О, да ведь Морок! Да ведь лунный камень! О, Морок уже его нашел! Я в одной книжке читала, или там в журнале, или комиксе, неважно. Я читала, что именно эти компоненты нужны для какого-то особого действа над лунным камнем. Мы, значит, с ног сбиваемся, камешек ищем, а он давно у Морока. Аленка, это серьезное обвинение. Знаю, сама в шоке. Какой коварный! Всех обманул, всех! А ведь я с ним прямо дружила! Да, в нашем сказочном мире возможно все, что угодно. Думаю, стоит перестраховаться и проверить. Привет, патруль! Прекрасная погода! А что это ты несешь? Что внутри футляра? Ой, все это тебе надо знать, а? Подожди немного, скоро увидишь. Влад, нам нужно посмотреть прямо сейчас. Ну, вообще-то, я планировал открыть его в более торжественной обстановке. Он готов запустить свой план! Девочки, хватайте его! А ну, показывай! Быстро! Эй, ты чего? Отпусти! Отпусти, говорю! Не для того я столько старался! Это тебе, колючка. А ты ненормальная. Мне? Гитара Шикана? Да еще и с автографом. Ой, Владик, ошибочка вышла. Прости, пожалуйста. Я тебе не Владик. И что это было, рыжая? Сказал же, скоро покажу. Ну, просто Аленочка очень переживала. Прости ее. Так вот для чего ты собирал артефакты. Ты обменял их на гитару. Ну, примерно так. Получается, я обманул тебя. Прости, Маша, и спасибо за помощь. Пожалуйста. А новые знания все равно когда-нибудь пригодятся. Но больше так не делай. А за гитару спасибо. Используй бережно. Не сломай. Владик, ну правда, я очень сожалею. Просто дело такое важное, а все признаки указывали на то, что именно ты похитил волшебный лунный камень. Так, девчонки, рассказывайте все. Уважаемые гости, добро пожаловать на наш фестиваль. Открытие уже состоялось, но впереди еще много интересных мероприятий, главное из которых – затмение лиловой луны. Пожалуйста, ваш номер. Хорошего отдыха. Не забудьте взять буклеты. Мисс Мияна, привет. А ты что здесь делаешь? Она со мной. Варя, вместе учимся. Морена, моя сестра. Старшая. Привет, очень приятно. Хорошего отдыха. А, программа фестиваля и гид по Мышкину. Сами разберемся. Идем. Зачем тебе это? Я такую программу составлю, не заскучаешь. Чудо волшебной лиловой луны силу свою принесет. Если берется за дело патруль, нас приключение, нас приключение. Наконец-то! Как же хорошо, когда на работу не надо! Ой, Аленка, можно подумать, ты сильно устаешь на работе. Варя, это другое. Сегодня я имею полное право не уставать. Ну и как мы потратим выходной? Предлагаю с пользой. Музеи. Магазины. Аттракционы.
И много мороженого. Девочки, а Вася меня, то есть нас, в гости звал посмотреть его космическую коллекцию. Нет, не сегодня. У нас выходной, между прочим. И всего мы точно не успеем. Давайте Васю отложим. Ну, коллекция – это почти музей. Согласна. А если зайдем к Васе прямо сейчас, то весь остальной день наш. Ну ладно, но только ненадолго. Спасибо, Аленочка. Нарушение правил. Магия в мире людей. Девочки, заходим. Ерема, помоги спуститься. Я высоты боюсь. Это я боюсь, Фома. Ты мне сперва помоги. Эй, уважаемые, держитесь. Сейчас я вас спущу. Оп. Спасибо, волшебницы. Ага, спасибо. Что тут у вас случилось? Да что случилось? Вот чуть ли не полчаса назад входят две девицы. Ага, на вид вроде милые. А спрашивают, метла, говорит, летающие есть? Ну а мы, конечно, есть, пожалуйста, даже искать не надо. И тут она пальцами как щелкнет, да, и мы сразу и взлетели. Тоже эти милые девицы. Магазин ограбили! Да нет, просто метлы одолжили. Полетаем и вернем. А здесь написано, что в мире людей магия запрещена. Выбрать! И начинаем же веселиться! Ого! Смотри, смотри! Ты видел? Круто! Мой телефон! Мои книги! Лови! Хорошо! Что-то я даже проголодалась! Летим в кафе Лукоморье! Это вон там! Хотя бы наши милые девицы оставляют для нас след. Надеюсь, их след никто, кроме нас, не увидит. О, девчонки, вон там еще! Лоток с мороженым! Бежим! Чего изволите? Да мне без разницы. Главное, побыстрее. Ага. А тебе чего, сестричка? Мне? Как тебе? Тоже без разницы. И кислую тянучку. Тянучку? Ладно. Все запомнил. Неси. Пожалуйста. Скучновато тут. О, смотри. О? Сосисочка, стой! Куда ты? Моя дорогая, позвольте сказать... Вы позволите? Моя сосисочка! Ну чего там? Где еда? Болото еду, сестренка! Прыгай на ковер, прокатимся! Моя сосисочка! Поехали! Я поняла, кто это. Несмеяна и ее сестра Морена. Наша Несмеяна? Я тоже в шоке. И какой у нас план, девочки? Догоним на метлах! Нет, мы должны соблюдать правила. Никакой магии в мире людей без крайней необходимости. А! Так сейчас необходимость еще не крайняя. Эх, значит, ножками. Рули туда! Туда, говорю, рули! Не получается! Ой, прости, я старалась. И у тебя получилось. Класс! Прямо как в аквапарке, только без билета. Ого, ступа
Я на такое еще не каталась. Ивлида Петровна, экскурсовод по Мышкину. Скоро как раз экскурсию начнет. Пойдем? Ты чего, сестренка? А на ступе полетать? Пока бабулька туристов водит, как раз и успеем. Я обещала тебе крутую программу. Болото ступу! Прокатимся на самоходной избушке! Мышкинский парк знает множество сказочных историй. Здесь вы встретите курочку Рябу, белочку с волшебными орешками, козленка золотой копытце и говорящую, правда, не со всеми, щуку. Да, улетели наши девицы. Ага, когда они нам следы оставляли, было проще. А это место необычно тем, что оно самое обычное, единственное во всем парке. Стой, изба! Стой! Коврик нашелся. И где эти хулиганки? Помогите! Помогите! Это они! Патруль, приготовиться! Ой, Варечка, а как же запрет на магию в мире людей без крайней необходимости? Вот сейчас, Аленка, необходимость крайняя. Так, сюда. Теперь сюда. Стой, приехали. Аккуратненько, скользко. Не ушибись, искусно. Что, нагулялись, милые девицы? Спасибо, что спасли. Класс! Это было покруче бешеных вагонеток. Ой, Мареночка, боюсь, граф Дракула не разделит вашей радости. За многочисленные нарушения правил фестиваля вы изгоняетесь с мероприятия. Немедленно! Ну что, домой? Так, наш автобус будет... Погоди, сестренка, в болото автобус. Мне здесь понравилось. И мы остаемся. Коллекция метеоритов – лишь первый шаг моей научной карьеры. После школы я окончу институт, стану ученым и смогу посмотреть в самый-самый большой телескоп. А я думала... Вася так и будет искать своих глупых инопланетян. Да, Вася взрослеет. Так, сейчас. И вот тогда у меня появится намного больше шансов найти внеземные цивилизации. Представляю первый экземпляр моей коллекции. Не буду утомлять вас историей его находки. Знаешь, Вася, по-моему, это черствый хлеб. Точно! Не может быть! Он же мне прямо под ноги упал! Я-то думал, он из космоса прилетел! Ничего, Васенька, в науке такое бывает. Не отчаивайся, и ты обязательно найдешь свой метеорит. Прошу, профессор, номер люкс для особых гостей фестиваля. Благодарю вас, граф. Приятно остановиться в таких комфортных квапартаментах. Ну что ж, располагайтесь, устраивайтесь, я зайду за вами к обеду. С нетерпением ждем вашей вечерней лекции. О, целебные грязи! Так вот зачем я здесь. У меня лекция. А что за лекция? Профессор Звездочет? Да, это я. Сегодня. Да, это сегодня. Представляет лекцию «Сказочные квартефакты». А,
Ну так я же подготовился. Путеводный клубок. Прекрасно. Дудка самогудка. Цветик, семицветик. А в этом что? Не помню. И не подписано. Ты? По твоей милости. И теперь я ведь заслужил немного радости. Как думаешь? Ответ неверный. Заслужил. Буду развлекаться. А какие у нас планы на вечер? О, пока сказочных артефактов годится. Уважаемый профессор, позвольте пригласить вас к обеду. Надеюсь, вы успели отдохнуть. Отдыхайте, профессор. Иду, иду. О, мои старые косточки. Дед, и здесь работает Варя. Молодец, зайка. А, градушки! А что вы здесь делаете? Малыши, мы тоже очень по вам соскучились, но не стоило бродить по городу одним. Ну, хотя бы Дракоша остался дома. Дракоша не совсем остался. То есть совсем не оставатушки. Дракоша, тебе сюда нельзя. Это же нарушение правил. Что будем делать? Здесь у нас главный холл и ресепшн. Не правда ли впечатляет? Так, Дракоша, сиди тихо. Девочки, познакомьтесь. О, о чем это я? Вы же прекрасно знакомы с вашим преподавателем. Здравствуйте, профессор Звездочет. Варечка, профессор желает заказать доставку артефактов для своей лекции. Конечно. Слушаю вас. Мне нужны скатерть-самобранка, гусли-самогуды и дубинка-бокомялка. Дубинка? И исключительно в образовательных целях. Ква! Готово. Доставка уже в пути. Чудесно! Уйди, какие милые малыши! Уберите это! Оно рычит на меня! Дракоша! Фу! Прекрати! Так это ваш питомец, Варвара! О, но вы как никто должны знать о существующих запретах. Молодые драконы совершенно не умеют себя вести. И мы еще раз в этом убедились. Простите, не знаю, что на Дракоши нашло. Он совсем не такой. Убрать животное! Немедленно! Вам выговор. Тысячи извинений, профессор. Отведу Дракошу к себе в комнату. А мы с малышами в кафе пойдем, к Аленке. Надо заесть стресс с мороженым. Ура! Как же ты меня подвел, дружок? Ну ладно, я не сержусь. Не скучай. На, держи. Спасибо, Аленка. Я побежала, на работу пора. Увидимся вечером. Давай, давай. Тетя Алена за всеми присмотрит. Оп, оп, оп.
слышала, дракоша чуть не съел звездочёта? Ага. Секундочку. Бедный драконяшечка сидит один-одинёшенек в заточеннице. Без друзьяшек, без мороженки. А давайте его навестим. Доставка! Да, это то, что нужно для настоящего шоу. Опять эта ящерица-переросток! Угомонись! Возбудительно! Глазам своим не верю! Чего дракоша прицепился к звездочёту? Поселись здесь! Что-то здесь не то! Всё так волноватушки! Непонятушки! Думаю, пора всё рассказать девочкам! Легендарный артефакт из народных сказок. Скатерть-самобранка. Кому пирожка? Что? С повидлом? Конечно, есть. С яйцом и луком? Да на здоровье! И король всех пирогов с капустой, как у бабули. Спасибо, я не голодная. А я два возьму. Можно же, да? Вкуснотища! Ну что ж, поели? Пора и размяться. Встречайте, гусли-самогуды! Нравится? Может, побыстрее? Не знала, что профессор такой классный. Да, очень необычная лекция. Девочки, дракоша опять сбежал. Ой-ой, а зачем я танцую? Я не хочу танцевать. Да-да, мы не желаем больше трогатушки. Я вспомнил, кто был заточен в этом носке. Гадкий и коварный дух-болотник. Много бед принес этот недобрый весельчак. Пока один молодой и полный сил маг не призвал негодяя по ответу. И остановиться не могу. Это все магия гусли-самогуда. Профессор Звездочёт, выключайте, пожалуйста, музыку. Мы уже натанцевались. Все устали. Так подкрепитесь. А сейчас главный артефакт этого вечера. Дубинка-баконянка. Разомнем бока. Как ты выбрался? Мне помог один храбрый дракончик. Похоже, я ошибался насчет этого дракончика и слишком рьяно следовал правилам. Да, кажется, правила пора поменять. Да, наш
наш храбрый драконяшечка даже правильца безблизнючий по пизташечке! Ура!